Да там... Ну там, знаете, сейчас могилы, конечно, советские. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Приветствую, дорогие мои улюбленцы, кто сегодня пришел на этот злопокойное мероприятие, вот так можно назвать, когда мы вспоминаем всех погибших в страшные годы Великой Отечественной войны. Всегда, когда вот, представляешь этот момент, когда люди ничего не ожидают, не знают, и вдруг начинается война. Ведь до конца человек верит в хорошее, и вдруг начинается страшное. И происходит некий раздел. Вот была мирная жизнь буквально час назад, а сейчас уже идет война. Нам бы не хотелось, чтобы такое повторялось. Поэтому, я думаю, вот все сегодня собравшиеся, наверное, с болью сердцем это все понимают, и будут этих людей, которые наших близких, наших соотечественников, всякой национальности. Но и в то же время будем молиться, чтобы никогда такого не случалось. Потому что это всегда беда, это всегда горе. Ну а уже по сложившейся такой традиции в этот день совершается заупокойная панихида, то есть лития, поминовение всех усопших. Благослови, Владыко! Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый, бессмертный помилуй нас. Но избави нас от лукавого.
Небо Твое есть Царство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Слава Исему, сошеды в ады, узакованных разрешивы, Самы души раб Твоих упокой, и ныне и присно и во веки веков, аминь, едино чистое и непорочное Дева Бога без семени рожая, моли спастися душа мы. Умилуй нас, Боже, повелицы милости Твоей, молим Тебя, услыши, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И еще молимся, что упокоение душ усопших рабов Божиих, преснопамятных вождей и воинов, за веру Отечество, на поле брани жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, пленений и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, и десим всякому прегрешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Якобы Господь Бог очинит души, где же праведные упокояются. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милости Божией Царства Небесного и оставление грехов и у Христа бессмертного Царя и Бога нашего проси. Отдай, Господи! Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже духов и всякие плоти, смерть по праву дьяволу упразднивай и жизнь миру Твоему даровала. Сам Господи, упокой души усопших рабов Твоих, преснопамятных вождей и воинов, за веру Отечества на поле брани, жизнь свою положивших, от ран и гладов скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, и уеже простите всем всякому прегрешению вольному же невольному, вместе светлее, вместе жлаще, вместе покойнее, оттуда же отбежи болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение с одним словом или делом, или помышлением, яко благие человека любит Бог прости, яко нищий человек, аж жив будет и не согрешит. Ты бы един в проме греха, правда Твоя, правда вовеки, и слово Твое истинное. Это Ты все воскресенье, жизнь и покой, усопших рабов Твоих, всех преснопамятных вождей и воинов за веру и Отечество на поле брани, жизнь свою положивших, от ран и глада скончавшихся, в пленении и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся. Христе Боже наш, и Тебе славу воссылаем со безначальным Твоим Отцем, и все святым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Преосвященнейший Владыко, благослови. Живыми и мертвыми обладая, воскреси из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами и пречистая Своей Матери, святых славных и всех хвальных апостолов, святых славных и добропобедных мучеников, преподобных и богослов. Здесь с нами ныне упоминаемых, преснопамятных вождей и воинов, за веру Отечества на поле брани, жизнь свою положившихся, кончавшихся в пленениях и горьких работах невинно умученных и убиенных, и всех победы ради потрудившихся, и еже простите всем всякому прегрешению вольному, а не невольному, все них праведных учинит
недрах Аврааму упокоит, и с праведным насыпает чтет, а нас помилует, как благ человека. Вечный покой, подожди, Господи, усопшим рабом Твоим, преснопамятным вождем и воинам, за веру Отечество, на поле брани жизнь свою положившим, от раны глада скончавших, и ни горьких работах, невинно умученных и убиенных, и всем победа ради потрудившимся, и сотвори вечную пламя. Звучат по-особенному, потому что ты действительно понимаешь всю ценность этой фразы «добрый». Сегодня мы собираемся, как и уже много лет, для того, чтобы в этот день почтить память погибших, вспомнить о тех героях, благодаря которым существует мир на нашей земле. Сегодня день, когда мы скорбим, когда мы говорим о важных для жизни нашей страны событиях. И доброе утро – это то, что хочется пожелать каждому, живущему в нашем городе, в нашей стране. И на самом деле, по инициативе Урюпинского городского местного отделения партии «Единая Россия» более 10 лет назад мы стали встречаться здесь, в сквере павших борцов, где горит огонь славы, для того, чтобы встретиться с молодым поколением, с нашими ветеранами. И еще раз вспомнить, что 22 июня 41 года наша жизнь действительно разделилась на до и после. И совсем по-иному стали звучать многие важные для каждого из нас слова «Родина», «Любовь», «Патриотизм». Что хочу пожелать всем нам? Чтобы наше небо всегда было чистым и голубым, чтобы утро всегда было добрым, чтобы наши дети хранили в своих сердцах, и чтобы мы с вами не словами, не красивыми лозунгами, а поступками, делами, своими чувствами, своим отношением делали все, чтобы память о той войне, о тех страшных событиях и о тех уроках, которые дала нам Великая Отечественная война, навсегда хранились нашими поколениями. Россия, воскресенье. Рассвет в объятиях тишины. Осталось хрупкое мгновение до первых выстрелов войны. Июнь. Россия, воскресенье. Страна на грани быть, не быть. И это жуткое мгновение нам никогда не позабыть. Страны провожали свое безмятежное детство и встречали свою взрослую жизнь. Встреча эта оказалась суровой и жестокой. Неугасима память поколений. А тех, кого так свято чтим, давайте, люди, встанем на мгновение и в скорби постоим и помолчим. Помянем всех погибших на войне, кто голову сложил в годину злую, но не отдал свою страну родную на поруганье вражьей стороне. Давайте просто тихо постоим. И
ходит по земле босая память. Она идет, переступая рвы. Ей не нужны ни визы, ни прописки. В глазах то одиночество вдовы, то глубина печали материнской. Она идет, покинув свой уют, не о себе, о мире беспокоясь. И памятники чести я отдаю.